Противоречивая информация о партии вакцины AstraZeneca, срок годности которой истекает сегодня, 31 июля. Одни специалисты говорят о количестве 200 доз, другие утверждают о 700. Оставшая часть предназначена для второй прививки. Срок годности вакцины истекает в этом месяце, 31 июля. Это означает, что в субботу последний день для этой вакцины. В настоящее время в стране, по данным моих коллег, имеется около 200 доз. Большинство из них в Бельцах. Эти 200 доз – второй компонент прививки. В Бельцком центре общественного здоровья другие данные. Мы не тут в Лукраку лоту AstraZeneca. Deși prea devreme de a spune că o să fie rebutate dozele, nu e excus că reușim să le utilizăm. Dar câte aveți aproximativ în municipiul Băzi? Aproximativ în jurul 700. Dar sunt încă ziua de azi, ziua de mâine muncim. Deci sunt planificați persoanele pentru la rapel. Вакцина, срок годности которой истекает в субботу, предоставлена в дар Румынией.